Добрый день, друзья мои, всех соотечественников поздравляю с праздником, а всем остальным прекрасного настроения и хорошего дня. Мне тут с Южно-Сахалинска пришла посылка с невероятными вкусняшками. Прислала мне ее знакомая блогер, мы с ней друг на друга подписаны, она тоже кулинарный блогер, у нее какие-то невероятные для меня блюда, кухня совершенно у нас с ней разнится, для меня все, что она делает, выглядит аппетитно, и она мне прислала вот такие вот корейские какие-то вкусняшки, специи, из чего можно готовить. Я очень хотела заказать пасту кочуджан. Мария, как чувствовали вы мне в гостинице такую штуку прислали? Давайте разбирать, потому что это, я не знаю, будем что-нибудь с вами из этого готовить, друзья мои, потому что были у Марии блюда, которые я очень хотела приготовить, но, например, тех или иных продуктов нет. Они есть на Валберес, если что, вот такая паста есть на Валберес, кочуджан. Итак, панировочные сухарики, в которых можно готовить креветки, инструкция сзади, кто прилагается, все есть. Я уже тут кое-что, конечно же, посмотрела. Вот такие вот водоросли. Не знаю, никогда в таком виде их не пробовала. Очень хочу попробовать. Отличная закуска для взрослых и прекрасное лакомство для детей. Написано на них. Я вот так вот буду ставить. Так, это какое-то вяленое мясо, вяленая говядина, наверное. Вот эта специя, очень хотела ее тоже заказать, называется дашида, ну или дашида, я не знаю, как там правильно ударение. Бульон из говядины, очень классная добавка ко многим блюдам. Вот это Мария уже мне прислала рецепт, как сделать вот такое вот блюдо. Обязательно буду пробовать. Все говорят, что это очень вкусно. Набор для приготовления гречневой лапши с курицей. Уже прям готовый набор. Все тут. И целая охапка каких-то пакетиков. Я не знаю, что это. Но вот это я перевела. Вроде бы это какое-то что-то типа чая. Можно заливать холодной или горячей водой. А вот это вот красный женьшень. Что с ним делать, я пока не знаю. Буду изучать. В общем, целый пакет вот таких вот штучек. Вот такая красота. У Марии есть рецепт рыбы с пастой кочуджан. Непременно буду готовить. Будем знакомиться с новой кухней.